самая классная! Ой, да перестаньте. Нет, ну правда, мы тебя так любим. Так, все, хватит на сегодня комплиментов. Разошлись. Я хочу побыть сегодня только с Кевином. Ладно, как скажешь. Так, любимый, я решила. Сегодня мы идем с тобой на свидание. Я заказала для нас лучший ресторан. Ой, ну ты меня балуешь. Ну, конечно, я приду. Я надеюсь, я получила ответ от самой классной школы в нашем городе. Где же? Я надеюсь, это письмо. Пожалуйста. Можно собирать вещи, меня перевели в элитную школу. Так, ребята, всем внимание. У меня для вас очень важное объявление. Только портите нам перемену. Слушаем вас, мисс Мэдди. Ребята, к нам в школу перевелась новенькая ученица. Какая еще новенькая? Это самая умная девочка в нашем городе. И она выиграла место в нашей элитной школе. Поэтому попрошу, ведите себя, пожалуйста, прилично. Ладно, давайте, зовите эту новенькую. Ева, проходи. Всем привет. Ну, вы тут познакомьтесь сами. А я пошла, у меня еще столько дел. Ну, привет. Ребята, я так рада, что попала в вашу школу! Новенькая, да? Давай-ка посмотрим, что ты там с собой в школу притащила. Все, как я думала. Миллион ненужных книг. Что? Что ты делаешь? Виолетта, реально, зачем ты так с ней? Мне просто было интересно, что у новенькой в рюкзаке. А оказалось, ничего особенного. Я думала, что новенькая будет нормальная, а оказалось, какая-то самая обычная заучка. Но я же вам ничего плохого не сделала! Ты пришла на мою территорию, а я такого не люблю. Любимая, успокойся. Извините меня, пожалуйста. Мне, наверное, пора домой. Не останусь тут ни на минуту больше. Ева, а ты куда собралась? У нас же вообще-то уроки только начались. Мисс Мэдди, я домой. Извините, что не попрощалась. Как это домой? Ты же сегодня только приехала. Извините, я правда больше не могу тут оставаться. Но ты же так хотела учиться в нашем колледже. Ну просто одна девочка, кажется, не рада меня видеть. Дай угадаю. И эту девочку зовут Виолетта, да? А как вы узнали? Ох, Виолетта никого не рада видеть в этой школе, особенно новеньких. Но ты не волнуйся, она просто такая злая. Но ты должна остаться в нашем колледже, обязательно. Но ведь я не хочу никому мешать. Эх, я когда-то была такой же, как и ты. Но ты должна быть сильной и справиться с этой Виолеттой. Я в тебя верю. Спасибо, мисс Мэдди. Без вас я бы не справилась. Я выбежала. Когда-то я тоже была такой молодой. Вот бы мне вернуться в это школьное время. Итак, нужно придумать способ, как выгнать эту ботаншу из моей школы. Любимая, ну за что ты так с ней? Она же хорошая девочка. Кевин, ты что, забыл? Я не люблю, когда кто-то новенький приходит. Она вроде бы хорошенькая, просто не трогай ее. Я не поняла, ты что, ее защищаешь? Нет, ни в коем случае. Просто она вроде бы милая, мне ее жаль. Кевин, заткнись. Я делаю то, что я захочу, и ты должен меня поддерживать. Ладно, ладно, только не кричи. Еще раз я увижу, что ты назовешь кого-то хорошенькой, то ты у меня получишь. Хорошо, хорошо, я понял. Значит, он защищает эту новенькую. Ну, хорошо, хорошо. Виолетта, привет. А, это ты? Как у тебя сегодня дела? Все хорошо. Ты вроде бы куда-то шел, так иди. Какая она классная. Вот бы мне такую же дерзкую девушку, как она. Ну, и чего ты стоишь? А, да, извини.
тебя предупреждала здесь больше не появляться. Так, самое главное не реагировать. Ты что, меня игнорируешь? Отстань! Даже так? Ну ты сама напросилась. Вот тебе. Что ты творишь, книги? Это же произведение искусства. А мне все равно. А что тут происходит? Да это ботанша возомнила из себя непонятно что. Вот я ее и проучила. Виолетта, так же нельзя. Ева, давай я тебе помогу. Спасибо! Сьюзи, отпусти ее! И вообще, перестань помогать! Виолетта, так некрасиво! Ах так? Сьюзи, а кто твоя подруга? Я не позволю тебе относиться плохо к другим людям. Ах так? Ну тогда проваливай отсюда вместе со своей Евой. Ну и с радостью. Пошли, Ева. Так им и нужно. Я это без тебя знаю. Какая же она все-таки классная. Ах так? Она решила отказаться от нашей дружбы. Хорошо, хорошо. Это все из-за меня, да? Да нет, это Виолетта противная. Но ничего, я такого отношения к себе не потерплю. Она решила, что она самая классная. Ну уж нет, я ей докажу обратное. Так а что ты задумала? А что, если из тебя сделать для меня классную подружку? В смысле? Ну, приведем тебя немножечко в порядок, и будет вторая Виолетта. Ну, а может быть, не нужно? Нужно, нужно. А может, уже хватит? Нет, нужно выбрать еще что-то симпатичное. Но здесь все очень дорого, да и вообще мне нужно готовиться к Олимпиаде. Олимпиада откладывается. Ты должна стать для меня другой Виолеттой и лучшей подругой. Так, пожалуй, возьмем это. Эх, ну ладно. А как тебе это платье? Ого, 10 тысяч долларов? У меня нет таких денег. Не переживай, я за тебя заплачу. Этот наряд сидит на тебе просто идеально. Ну, мне вроде бы тоже нравится. Ну, это еще не все. У нас по плану макияж и прическа. А что, наряда недостаточно? Нет, конечно. Иди садись к столику, а я буду колдовать. Ну, попробуем. Да, это, конечно, будет сложно, но я попробую. Ну, вот теперь ты нереальная красотка. Ничего себе, меня прям не узнать. Это потому, что я мастер своего дела. А теперь фотка на память, чтобы все обзавидовались. Что? Сьюзи выставила фотку с этой подальшей? Что там такое? Почему ты так кричишь? Посмотри! А эта новенькая неплохо так выглядит. Что ты сказал? Это, наверное, ее Сьюзи приодела, чтобы она хорошо выглядела. Почему ты так переживаешь? Ты же сама сказала, что Сьюзи тебе не подруга. Это не повод заводить себе новую лучшую подругу. Ну, признайся, эта Ева ничего такая. Что ты сказал? Ты назвал мою конкурентку красивой! Да я не то имел в виду! Лучше заткнись, если не хочешь получить! Да ладно, успокойся, солнышко! Так, мне нужно срочно придумать, что с этой Евой делать! Эта Виолетта меня уже достала! Сколько можно на меня кричать? Я хочу иметь нормальное, здоровое отношение, а она... Ну я бы на твоем месте не жаловался. Что ты имеешь в виду? Она у тебя такая красивая и классная. Это да, но она меня совсем не уважает. Я хочу, чтобы она была милой, заботливой, а не как сейчас, злой, понимаешь? Да это ты ее не ценишь. Виолетта, девушка мечта. Это я ее не ценю, да я для нее делаю все, что могу. Значит, мало делаешь, если твоя девушка ходит недовольная. Так, чувак, если ты сейчас не хочешь поссориться со мной, то проехали. Ладно, чувак. Оп,
Привет, какие люди! Я тоже тебя не рада видеть, если честно. А почему это ты без своей подружки? Что, променяла себя на книги, да? Она хотя бы умная, в отличие от некоторых, да, Виолетта? Не поняла, это на что ты намекаешь? Что я типа глупая? Да нет, так, к слову. Я так и поняла. А, Виолетта, ты там вроде бы куда-то шла, так что не мешай мне. А ты мне что, указывать будешь? А что, неприятно, когда так делают. Это ты сейчас о чем? О том, то, что ты постоянно относилась плохо к окружающим. Заткнись, а то я тебе сейчас... Что? Я тебя больше не боюсь. И, кстати, я так рада, что ты мне больше не подружка. Еще скажи, что я была плохой подругой. Ну, вообще, да. И что же тебя не устраивало? Да ты постоянно думаешь только о себе. Не можешь выслушать, поддержать. А вот Ева не такая. Ну и катись к своей Еве. Вот и пойду. Ох, как меня это все бесит. Ребята, а вы как думаете, кто больше подходит Сьюзи как подруга? Я или это Ева? Напишите нам об этом в комментариях. Ну ничего, ничего. Я еще всем докажу, что я лучше. Какое я злое после встречи с Виолеттой. Лучше бы я с ней не пересекалась. Да ладно тебе, не нервничай. Я знаю, что нам нужно сделать. Нам нужно сходить на вечеринку. Зачем? Чтобы всем показать, что у меня есть самая классная подружка, такая как ты. И чтобы Виолетта завидовалась. Извини, Сьюзи, у меня нет на это времени. Просто так много домашнего задания. Нет, 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 только не это. Ты обязана пойти. Мне просто нужно доказать Виолетте, то, что ты лучше. Ну, не знаю. Ну, пожалуйста, Ева, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, ладно, давай. Yes! Я знала то, что ты у меня самая лучшая подружка. Ну, да. Кевин, ты почему не тусуешься? Я тебя что, зря на эту тусовку притащила? Ну, у меня нет настроения. Кевин, я сказала, танцуй. Ладно. Проходи, Ева. Это самый популярный ночной клуб в нашем городе. Пошли тусить. Сьюзи, ну и зачем ты притащила сюда эту ботаншу? Ей здесь не место. Виолетта, перестань. Я сейчас не с тобой разговариваю. Сьюзи, может, все-таки лучше пойдем отсюда? Мне здесь не рады. Нет, мы остаемся здесь. Я еще раз повторяю, что вы тут забыли? Виолетта, да не кричи ты так. Да ладно, Кевин, не заступайся. Нам все равно. Виолетта, это моя подруга, и она всегда будет рядом со мной. Если ты надела на нее симпатичный наряд, это не значит, что она меня заменит. Она даже лучше. И чем же? Она хорошая, умная, воспитанная. Да ты посмотри на нее, она же страшная и скучная заучка. Ну за что ты со мной так? Я же тебе ничего плохого не сделала. Ничего не сделала? Ты забрала у меня подругу и пришла в мою школу. Ну прости. Одного прости недостаточно. Ты должна свалить отсюда. Виолетта, ты что, совсем уже? Так нельзя. Извините, мне, наверное, и вправду пора. Ева, Виолетта, наверное, сегодня не в духе. Вот именно, так что мы остаемся здесь. Кевин, я не поняла, ты что, тоже за нее заступаешься? Виолетта, и вправду, ты уже переходишь все границы. Ах так? Ну тогда ты тоже проваливай вместе с ними. Мне такой парень не нужен. Ну и пойду. Пойдем, девочки. И почему это я привалила в мою школу и забрала всех самых моих близких людей? Ну ничего, я еще устрою, и она еще об этом пожалеет. Как мне это все бесит? Я осталась совсем одна. Это Ева. А что здесь происходит? Это не твое дело. Если у тебя что-то случилось, ты можешь мне об этом рассказать. Спасибо, но нет. Но я всегда тебя поддержу. Не нужно. Виолетта, мне интересно все, что происходит в твоей жизни. Все, что ты можешь сделать, это уйти и не бесить меня. А, это из-за той ситуации на вечеринке? Угу, уже и ты обо всем знаешь.
Ну, мне рассказывали. Я очень рада, что это знают все. Может, ну их, этого Кевина и Сьюзи, а лучше сходим погуляем? Джастин, мне сейчас не до прогулок. Но... Лучше просто выйди и не мешай мне. Ладно. Ну ничего, я еще сделаю так, что ты будешь моей. Ладно, Виолетта, нам нужно успокоиться и подумать, что делать дальше. Вот, девочки, держите ваши вкусняшки. Кевин, ты такой заботливый, спасибо тебе большое. Да, Виолетта, тебя недостойно, хорошо, что вы расстались. Ребята, извините, это я во всем виновата. Да перестань, ты ни в чем не виновата. Это же Виолетта, она не умеет нормально общаться с адекватными людьми. Но получается, что это все же я вас с ней поссорила. Может, это и к лучшему, пусть подумает над своим поведением. Так, ребята, хватит об этой Виолетте. Я что, зря сладости принес? Давайте лучше кушать. Полностью поддерживаю тебя, друг. Какая вкуснятина! Ага! Как же мне все-таки повезло с моими новыми друзьями! Они такие хорошие! Ева, ну привет! Виолетта! Что? Испортила мне жизнь и спокойно тут стоишь, улыбаешься! Но я не... Даже не оправдывайся! Ты самый противный человек в моей жизни! Но я ведь ничего не сделала! Ты забрала у меня лучшую подругу и моего парня! Я тебя ненавижу! Нет, но я же ничего не сделала! Они сами! Да ты просто ужасный человек! Ты притворяешься такой хорошенькой, но на самом деле это не так! Извини меня! Надеюсь, ты хорошо подумала и свалишь из моей школы! Как мне нравится смотреть, когда она плачет! Надеюсь, я ее больше никогда не увижу. Мне, наверное, правда не место здесь. Я все только порчу. Итак, Ева, у меня из-за тебя очень хорошие новости. Так, стоп, а почему ты плачешь? Да ничего, все хорошо. Я же вижу, что что-то случилось. Рассказывай давай. В общем, я в школьном коридоре пересеклась с Виолеттой, и она сказала, что я плохая. Но ты же знаешь, что это не так. Но я все только порчу. Эй, Ева, ты точно должна знать, что Виолетта – это не тот человек, которого ты должна слушать. Нет, я все решила. Я еду домой, чтобы не портить никому жизнь. Нет! Ты никуда не едешь! Но так правда будет лучше! Ты что, решила меня оставить без подружки? И вообще, я пришла тебе сказать, что в кафе тебя ждет Кевин! Кевин, зачем? Это ты узнаешь позже! Ну так что, идем? Эх, ну ладно, пошли! Отлично! Проходи! И пока! Ты куда? Ева? Кевин? Привет! А что тут происходит? Я очень хотела провести с тобой время наедине. Ты присаживайся. Ах да, и стоит сказать, что ты сегодня невероятно выглядишь. Спасибо! Давай поговорим о тебе. Стой, а Виолетта не будет ревновать? Что ты меня сюда позвал? Я уже с ней давно расстался. И вообще, мне все равно, что думает Виолетта. Ну ладно. Ну а что ты именно хочешь обо мне узнать? Мне интересно все. Какой твой любимый цвет, любимое блюдо? Ну а с чего бы это? Ну ты просто такая хорошая. Ой, да ладно тебе. И вообще, я хочу тебе признаться. В общем, ты мне нравишься. Я? Тебе? Да, ты самый добрый, искренний человек, которого я знаю. А еще ты красивая, умная. Ой, я как-то не привыкла получать комплименты. Да ладно тебе. А еще я хотел спросить, ты готова стать моей девушкой? Ой, это так волнительно. У меня никогда не было отношений. Ну так что, я услышу сегодня ответ или нет? Я согласна. Ура! Это лучший день моей жизни! Кевин, мне так с тобой повезло! А мне с тобой! О, я так понимаю, нет места, где я вас не встречу. И вообще, я не поняла, чего это ты расселась у него на руках? А ну, вставай!
Виолетта, Ева вообще-то моя девушка! Что? А что? Ты думала, что я все время буду плакаться о тебе? Да я была лучшая девушка в твоей жизни, а ты меня променял на какую-то ботаншу! Да ты сама со мной рассталась, так что теперь не возмущайся! И что вы обсуждаете? Книжки, наверное? А это уже не твое дело. Да как это не мое? Я себе, Ева, сейчас такое устрою! Да как ты вообще посмела забрать мою... Виолетта, успокойся! Кевин, я даю тебе последний шанс. Выбирай, я или это Ева. Здесь выбор очевиден. Я выбираю Еву. Ах так? Ну вы еще все об этом пожалеете! Она, наверное, расстроилась. И что? Мне вот все равно. И ты тоже не обращай на нее внимания. Но это все, наверное, неправильно. Неправильно то, как она относится к остальным. Она это заслужила. А вот ты у меня хорошая. Мне так с тобой повезло. И мне с тобой. Как же меня все бесит! Просто хочется, чтобы эта Ева ушла и не появлялась здесь! Виолетта, ты опять в плохом настроении? Да почему ты появляешься в самый неподходящий момент? Но я же за тебя переживаю! Не нужно за меня переживать! Виолетта, ну почему ты так со мной? А ты не видишь, что я в плохом настроении? Ты можешь меня оставить наедине? Ладно. Увидимся позже. Наконец-то. Кевин встречается с Евой. Ну как так получилось? Он же был моим. Как же я хочу быть счастливой. Ребята, а вы как думаете? Я заслуживаю на любовь? Если да, то поставьте лайк под этим видео. Это Ева испортила мне всю жизнь. Так, я больше не могу смотреть на то, как Виолетта страдает. Она мне так нравится! Нужно срочно с этим что-то делать. И кажется, я уже все придумал. Ребята, как же я рада, что вы встречаетесь. Ева, ты этого достойна. Не то, что Виолетта. Ой, и я так счастлива. Мне так с вами повезло, ребята. А нам с тобой. Так чего же вы сидите? Давайте вставайте и будем тусить. Не зря же мы сюда пришли. Согласен. Мадам, позвольте пригласить вас потанцевать. Согласна. Диджей, музыку! Ребята, как хорошо, что вы здесь. Джастин, что-то произошло? Ты чем-то взволнован? В общем, мне срочно нужна ваша помощь. Рассказывай, что случилось, чувак. Мы всегда тебе поможем. В общем, я знаю, что между вами и Виолеттой произошел конфликт, но она правда сожалеет. О, если ты пришел поговорить о Виолетте, то лучше не надо. Вот именно, она уже всех достала. Ну, пожалуйста, выслушайте меня, без вас я не справлюсь. Ладно, рассказывай. Я раньше этого не говорил, но Виолетта мне нравится. Прости, Кевин. Ого, ничего себе новости. Но ты не переживай, сейчас мне на нее все равно. Что там случилось? Виолетта очень переживает, что вы поссорились. Но она слишком гордая, чтобы признаться себе в этом. Виолетта переживает? По ней это не видно. Угу. Ну правда, поверьте мне. Я больше не могу смотреть на то, как она грустит. Ну от нас ты что хочешь? Вы не могли бы помириться с ней? О нет, я пас. Ребят, ну он прав. Может, не нужно больше с ней ссориться? Солнышко, ты правда так считаешь? Да, я перестану чувствовать себя виноватой. Ну, я даже не знаю. Ну, ребята, пожалуйста. Ладно, мы что-то придумаем. Спасибо. Я знал, что на вас можно положиться. Ну а сейчас, может, мы уже потанцуем? И вправду, поднимем себе немножечко настроения! Итак, а прямо сейчас достаем все тетради, и мы напишем с вами очень важный тест. О нет, я совсем не готова. Так, и без разговоров. Если увижу, что кто-то списывает, сразу же поставлю плохую оценку. Ой, что мне делать? Я же нормально не напишу этот тест. Виолетта, это тебе. Что это? Это решение к тесту. Там 100% все правильно. А чего это ты такая добренькая? Или ты думаешь, что это сможет помочь мне полюбить тебя? Да нет,
я ничего не жду. Просто прими это. Ну ладно, как бы мне не хотелось, я должна принять этот тест, а то сама я его не напишу. Так, чтобы поднять себе настроение, нужно одеть какое-то классное платье. Так, где там моя помада? Виолетта? Привет, как у тебя дела? Ты куда-то шла? Так иди, не трогай меня. Ладно. Ой, какое лучше платье взять, это или это? Возьми лучше красное, оно тебе больше подойдет. А чего это ты мне вдруг советы раздаешь, предательница? Ну, я же тебя давно знаю, вот и решила помочь. А мне твои советы не нужны. Как хочешь, я вообще-то зашла только за помадой. Советы она мне здесь решила раздавать, что мне больше красное подойдет. Хотя, оно мне реально больше идет. Ладно. Так. Я тебе помогу. С чего бы это? Вдруг ты будешь мне помогать? Да просто по-дружески. Мне не нужна никакая помощь. Да почему ты такая злая? Я просто хочу тебе помочь собрать эти пирожные. Не нужно. А я все равно тебе помогу. А я сказала, я сама справлюсь. С чего это вдруг они все такие добренькие стали? Как-то подозрительно. Ох уж эта Виолетта, такая упрямая, не хочет даже помощь от меня принимать. Ну ничего, скоро мы помиримся. Ну что, девчонки, как успехи? Я помогла Виолетте с тестом. Я помогла ей выбрать платье. Ну а я помог ей собрать еду. Уже неплохо. И как она отреагировала? Отреагировала не очень. Было видно, что она не рада меня видеть. Виновата она, а мириться с ней должны мы. Но, ребята, умнее тот, кто делает первый шаг. Не знаю, меня, если честно, это не очень радует. И меня. Но если разобраться, так это ж я вас всех поссорила. Солнышко, ты ни в чем не виновата. Но ведь правда, пока меня не было, вы с ней общались. Да Виолетта постоянно к нам плохо относилась, поэтому ты здесь точно ни при чем. Но правда, я очень хочу, чтобы вы с ней помирились. Ну ладно, если ты хочешь, то мы постараемся. Есть у кого-то какие-то идеи? Придумала! А может есть то, что Виолетта очень сильно любит? Ну, конфеты, цветы. Нет, это все не то. Стоять! Кажется, у меня есть гениальная идея! Ну, поделишься? А что, если для Виолетты закатить примирительную тусовку и пригласить туда всех? Да, идея очень крутая! Согласен! А что, если Виолетта не захочет туда прийти? Да, я что-то об этом не подумала. Но может, у нее есть какие-то друзья, кроме вас, кто сможет ее уговорить? Точно! Джастин! Он же в нее влюблен! Это будет отличный повод, чтобы они начали встречаться. Так, девчонки, я быстро! Куда это он? Ушел его уговаривать. Ах, когда уже Виолетта будет моей? Чувак, у меня для тебя есть огромная просьба. Что-то случилось? В общем, мы делаем все, как ты просил. Миримся с Виолеттой. Но у нас, правда, пока плохо получается. Ну так от меня что требуется? В общем, мы хотим сделать примирительную тусовку для Виолетты. Но ты сам понимаешь, если ее пригласит кто-то из нас, она вряд ли согласится. Ого! Вот это вы придумали! Спасибо вам! И в общем, мы хотим, чтобы ты пригласил ее на эту тусовку. О нет, на это она точно не согласится. Да, и что теперь его делать? Ладно, ради Виолетты я готов вечно за нею бегать и ждать от нее ответа. Молодец, чувак, мы знали, что ты нам поможешь. Виолетта, привет. Чего тебе, Джастин? У меня к тебе есть грандиозное предложение. Я не хочу ничего слышать, и вообще у меня голова болит. Ну послушай меня, это всего лишь на 2 минутки. Джастин, отвали! Ну Виолетта, ну постой! Ну выслушай меня! Как ты меня в спортзале нашел? Ну мне правда нужно тебя о кое-чем попросить, это очень важно. Когда ты уже оставишь меня в покое? Ну так что, выслушаешь? Не выслушаю, отстань! Ну Виолетта! Виолетта!
Я так понимаю, ты от меня сегодня не отстанешь, да? Правильно понимаешь. Ладно, и что тебе нужно? Я хочу пригласить тебя в очень классное место. Что еще за место? Это секрет. О, нет, тогда я никуда не пойду. Либо ты мне говоришь, куда мы идем, либо я не соглашусь. Ну нет, я не могу тебе сказать. Ну тогда я не иду. Ну, Виолетта, ну пожалуйста, тебе правда понравится? Ладно, посмотрим, что ты там придумал. Ой, как-то я волнуюсь. Я тоже. Надеюсь, мы это все готовили не зря. Но, ребята, ведь попробовать стоит. Все для тебя, солнышко. И где же эта Виолетта? Может, ее Джастин не уговорил? Я в него верю. Вроде бы мне Джастин говорил сюда приходить. Стоп! А вы что тут забыли? Или вы мне опять решили все испортить? Нет, Виолетта, Джастин тебя сюда позвал по нашей просьбе. Та-дам! Что все это значит? В общем, мы подумали и решили, что поссориться с тобой это не очень было хорошо. Поэтому эта вечеринка примирительная! А кто сказал, что я буду с вами мириться? А ты разве этого не хочешь? Вспомни, как нам все вместе было весело. А нам бы и было весело, если бы в нашу школу не пришла эта ботанша Ева и все не испортила. Прости меня, Виолетта, я правда не думала, что так получится. Замолчи, ты мне испортила всю жизнь. Извините, ребят, я, наверное, правда пойду, я тут лишняя. Нет, Ева, ты никуда не уходишь. Ну вы что, не понимаете? Виолетта с вами не помирится, пока я не уйду. Виолетта, понимаешь, Ева для нас стала очень важным человеком. И я ее по-настоящему люблю. Она что, правда так много для вас значит? Угу, и мы были бы рады, если бы вы тоже подружились, смогли бы вместе тусить. Ну не знаю. Я тебе буду помогать с домашкой всегда-всегда. Правда? Ладно, пусть остается. Ура! Но это еще не все. Виолетта, для тебя есть сюрприз. Вы о чем? Сейчас все узнаешь. Джастин, заходи. Виолетта, я хочу тебе признаться. Джастин, а ты что тут делаешь? Помирить вас всех было моей идеей. Правда? Это все потому, что ты мне очень нравишься. Я правда хочу, чтобы ты была счастливой. Что ты только что сказал? Я тебе что? Нравишься. А еще я хочу, чтобы ты была моей девушкой. А эти цветы, кстати, тебе. Спасибо. А насчет твоего предложения я подумаю и дам тебе ответ. Спасибо! Я буду ждать! Я так рада, что все закончилось именно так! И я! Давайте тогда потусуемся! Да, давайте, друзья! Фух, первый учебный день в новой школе и умудриться чуть не опоздать. Ну, новая школа. Интересно, что же ты для меня приготовила? Туда. Нет, туда. Туда. Нет, немножко левее. Так, туда. Нет, туда. Так, немножко левее. Кто это? Дорогу самой гигабогатой девушке школы! Да, это я! Это я! Луиза, самая лучшая! Луиза, самая лучшая! Чудики какие-то. Это комната или нет? Ой. Я хочу заказать у вас такую же услугу, как Луиза. Какую, какую? Ну, чтобы меня носили в кресле. Что? Хорошо, цена $5000 в день. Сколько, сколько? У меня только ежедневный бюджет 4000. Короче, поищу дешевле. Ой, кажется, эта девушка не в настроении. Кто это разговаривал? Ладно. О, наконец-то я нашла класс. Лишь бы успеть, лишь бы успеть. Ай. Аккуратней, с тобой все в порядке? Ох, я уже несколько дней не ела. Вот
ты, голова закружилась. Ой, стой. Спасибо. Ой. Чуть не опоздала. Ну и бешеное утро. Ой, еще никого нет. Ой, я же представиться забыла. Я Тати, новенькая. Новенькая? Я Софья, очень приятно познакомиться. Я присяду. О, тут! За эту парту лучше не! Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц! Ю-ху! Встречайте! Привет! Королеву! Ты кто такая? Я новенькая. Приятно познакомиться. Да мне все равно! Что ты делаешь? Иди отсюда! Да что это такое? Просто ты села на место богатой девушки класса! Еще одно прекрасное утро в окружении неудачников. Кажется, я уже где-то видела. Ой-ой, что сейчас будет? Слышь ты, а ну-ка уйди с моего места. Ладно. Слышишь, а кого это ты тут неудачницей назвала? Абсолютно всех, в том числе и тебя. Ведь ты не настолько богатая, как я. Луиза! Музыку заказывали! Всего лишь один вопрос. Говоришь, любишь меня, да? Конечно, даже очень. Тогда почему ты пошел на концерт Луизы, который она устроила для своих фанатов? Не надо мне тут рассказывать. Потому что на ее концерт пришло мало людей, и она мне заплатила за массовку. Все с тобой понятно. Это ты должна признать, что в меня по уши влюблена. У меня больше денег. Ошибаешься. Ну ты противный. Ты тоже. Люблю тебя. Мне бы их проблемы. Ой, а что, в кафе больше свободных мест нет? Вот зачем ты пойдёшь? Как видишь, садись ко мне. Ну ладно. Что делаешь? Да вот, обедаю хлебом и пишу. Ну ладно, Майкл, я тебя прощаю. Ну ты моя самая лучшая, самая сильная и богатая. Ну за богатую ты там правильно подметил. Да я вообще могу купить это кафе. Да что там, я всю школу могу купить. Дорогая, если честно, я уже это сделал. Да как ты смеешь? Люблю тебя. Ну я тебя тоже. Я так хочу со всеми подружиться, но никто на меня внимания не обращает. Все не так просто, как ты думаешь. Пойдем, я тебе все расскажу. Да, ну что, куда сегодня пойдем? Вот тут живет Луиза, самая богатая девочка в школе. Прикольно. А еще Луиза встречается с Филом, самым богатым мальчиком. Они встречаются? Да, правда, отношения у них необычные. Пошли, я тебе с другого окна покажу.
Луизочка, прикрой глазки. Давай, давай, дорогой, крась меня. Как-то мало у тебя бриллиантов, дорогая, на лице. Сейчас все исправим. Так. Все, дорогая, смотри. Ой, макияж, конечно, прекрасный, но я бы сделала получше. Луиза, ты очень сильно ошибаешься, и наряд твой тоже нужно поменять. На... Вот этот. Этот? О, оно стоит 10 тысяч долларов! Я такое дешевое платье никогда не надену! Так, не спорь со мной, давай одевай. Я учился у лучших стилистов Милана. А я в Париже. Одевай. Не буду. Одевай. Нет, не буду. Они постоянно спорят, кто из них лучше. Но как это ни странно, они все равно любят друг друга. Ого, реально необычные отношения. И еще есть у нас одна парочка. Пойдем. О, сюда, сюда! Что это за комната? В этой комнате живет Виолетта, богатая девочка. Как видишь, живет немного скромнее, чем у Луизы. Да что же это такое? Вот, Майкл, посмотри, какая Луиза выскочка! И что это? Она купила себе ожерелье за 15 тысяч долларов! Ну, выглядит хорошо. Да, я знаю, и поэтому хочу такое же. Но мне на него немного не хватает денег. Ой, даже не знаю, что сказать. Поэтому ты должен найти ювелира, который сделает хорошую подделку. Хорошо, как скажешь. Я сделаю все, чтобы ты хоть немного улыбнулась. Я так понимаю, Виолетта встречается с Майклом? Да, а еще, как видишь, Виолетта очень завидует Луизе. Судя по их разговору, завидует, это еще мягко сказано. Виолетта очень злится, потому что Луиза богаче ее. Понятно. Ой, кажется, ой, честно говоря, я уже устал от этого еженедельного конкурса красоты. А я нет. Я очень люблю любоваться образами, которые создаю для Луизы. Встречайте! Сегодня я просто обязана победить. Виолетта, ты как всегда выглядишь шикарно. Спасибо. А вот и королева! Великолепно, прекрасно, я ослеплен красотой этого образа. Луиза, ты просто лучшая. Ой, как приятно каждую неделю слышать эти слова. Вот именно, послушай, какие комплименты Луизе делают. А я только слышу, шикарно. Любимая, не обижайся. Угу. А это еженедельный конкурс красоты. Ого, у вас в школе даже такое есть. Ага, это была идея Виолетты и Луизы. О, Софи, заходи! Кто я? Нет, спасибо, я не хочу. Заходи, заходи, не стесняйся. Ну ладно. Иди, иди ко мне. Ребята, пока мы еще не решили, кто победит конкурс сегодня, я знаю, кто его точно проиграет! Софи, аплодисменты! Аплодисменты! Да как вы? Вы можете? Софи, подожди! Вот ты где! Дайте! Я тебе курточку принесла, чтобы ты не мерзла. Спасибо! У меня даже нет своей курточки, потому что я
бедная неудачница. Эй, не говори так. Ты почему так расплакалась? Да потому что они мне уже надоели. Постоянно с меня смеются. Ну, Софи, перестань. Не надо на них обращать внимание. Вот именно. Лучше бы они не обращали на меня внимания, чем издевались. Может, ты права, но это совсем не повод из-за них плакать. Просто я уже не могу терпеть. Теперь я вообще хочу уйти из этой школы. Софи! Приятно было познакомиться. Я пойду вещи собирать. Софи такая хорошая девочка. Мне так хочется ей помочь. Точно! Для Софи есть один выход. Стать круче Виолетты и Луизы. Для этого мне нужно узнать их секреты красоты. Так, значит, это самый сильный бутик. Надо подумать, что же такого Луиза и Виолетта делают и покупают, чтобы быть успешными. Итак, у меня закончился тональный крем с золотом. Да, классная штука, после него кожа сияет. Интересно. Итак, что у меня еще тут по списку? Так, волшебная палочка. Зачем она тебе? Ну, чтобы как в фильмах, махнула волшебной палочкой, и у тебя лучший наряд. Вау, нужно тоже себе прикупить. Ну и всякая мелочь, бриллианты, золото, диадема. Так, и где тут продавец? Ух ты! Ну я же спросила! Я? Итак, вот список. Сложите мне это все и отнесите в мой лимузин. Луиза, ну ты забыла о самом главном. Это ты о чем? Яркая красная помада, штук 20 разных оттенков. Точно! Ведь красный притягивает успех! Так, Фил, пошли. Я иду на фотосессию, ведь подписчики должны видеть, какая я красивая. Одну секунду. Ой, я думаю, ты понимаешь, что весь наш разговор – это конфиденциальная информация. Конечно. Никто не должен об этом узнать. Хорошо, договорились. Другого ответа от тебя я не ожидал. Сейчас посмотрим. Итак, яркие макияжи, фотосессии, много аксессуаров. Вот секреты красоты Луизы. Теперь посмотрим, что Виолетта делает для того, чтобы быть красивой. Ой, шопинг удался. Ой. Виолетта, что ты тут такого накупила? Мне уже руки болят нести это все. Сейчас покажу. Это утягивающие костюмы. Зачем они тебе? Потому что я должна всегда выглядеть стройно. Ой, ты уже выдумываешь. У тебя отличная фигура. Утягивающие комплекты. А еще я заказала... Та-дам! Ух ты! Брендовая косметика. У тебя ведь таких много. Именно с этим набором я смогу скрыть все свои недостатки. И еще в нем есть кое-что. А это уже что? Это секретный парфюм. Он помогает влюблять в себя мальчиков. Как пахнет! Виолетта, можно тебя поцеловать? Вот видишь, работает. Ладно, я пошла приводить себя в порядок. Эй, а насчет поцелуя я не шутил! А ты попробуй догони!
еще несколько секретов красоты, пополнили мой список. Так, что еще такого придумать? Фил, так ты придешь сегодня на тусовку? Фил, ты так и не ответил на мой вопрос. Сейчас. Да что ты там такое смотришь? Смотрю, что подарить Луизе. У нас завтра праздник. Ого, и какой же? Мы целых 2 дня не ругались. О, понятно. Кстати, Фил, я всегда хотел поинтересоваться, за что ты Луизу любишь? О, пора начинать записывать. Просто понимаешь, Майкл, она такая, как я. Какая? Она постоянно ходит в золоте, устраивает фан-встречи, ведет блог, бессмысленно тратит деньги. Ну, у нас с Виолеттой все немного по-другому. По-другому это скучно? Нет, мне нравится, что она ходит в спортзал, на шопинг, делает красивые укладки. Записала. Эй, ты что делаешь? Да, это Машку пишу. Кажется, мне пора. Странная эта новенькая. Ага. Ну вот, почти все вещи собраны. Софи! Что, Тати, радуешься, что я ухожу со школы? Ах, не говори глупостей. Я радуюсь, потому что знаю, что ты никуда не уйдешь. Нет, я уже все решила. Подожди, а если я скажу, что знаю, как решить твою проблему? Ты говоришь какими-то загадками. Ах, ладно, рассказываю. Я узнала секреты красоты Виолетты и Луизы. Что? А как это мне сможет помочь? Я собираюсь сделать из себя ну такую красотку, которой позавидует и Виолетта, и Луиза. Не смеши меня, это невозможно. Ай, Софья. За мной возможно все. Пошли. Так, нам нужно тут кое-что взять. Тати, это же комната Виолетты. Я знаю, именно поэтому мы сюда и пришли. Так, косметика. И одежда. Потом выберем из этого что-нибудь. Это же воровство! А если Виолетта узнает? Ой, не узнает, не бойся. Она на свидании с Майклом. Нет, я в таком не участвую. Стой! Ты ведь хочешь стать круче, красивее? Ну, может, и немного хочу. Тогда тебе нужно меня слушать и делать все, что я тебе говорю. Пошли! Давай. Пошли. Сюда. Комната Луизы? Так тут 100% охрана есть. Софи, сейчас охрана Луизы следит за тем, как для нее ее личный повар готовит кашу. Фух, ты прям шпион какой-то. На что не пойдешь ради лучшей подруги? Садись. Начнем. Ой, а чем это ты меня красишь? Подводкой. А я обычно стрелки фломастерами рисую, которые на мусорке нахожу. Фу, Софи, спрячь это и больше никогда не доставай. У тебя вообще-то пришло время перемен. Знакомый аромат. Этот аромат поможет тебе влюбить в себя очень много мальчиков. Ого! Так. Что у меня еще в списке было? А, точно. Вставай. Куда мы идем? Выбирать тебе очень дорогой наряд. Откуда у нас столько денег? А это уже не твои заботы.
тусовку. Постой, постой. Это же моя любимая группа. Вот кто выкупил все билеты. Да, это была я. Выскочка. Забыла сказать, Виолетта теперь на всех тусовках персона нон грата. Я об этом позаботилась. Да ты! Луиза, а можно и мне один билет? Я тоже люблю рок. Конечно, можно. Что ты сказал? Ну и предатель! Ладно, я никуда не пойду. Да зачем ты с ней соглашаешься? Мне просто нравится рок. Что тебе нравится? Если тебе нравится рок, ты не понимаешь. Фил, а ты пойдешь? Конечно, пойду, дорогая, но без тебя. В смысле? Это как? Луиза, дорогая, я заплатила отдельно, чтобы выступать с этой группой на одной сцене. Что? Это же была моя мечта! Как ты мог? Ну ты истеричка, Луиза. Это просто ненормально! Я вообще-то хотела сходить! Я не понимаю! Приветик! Софи? Мальчики! Можно познакомиться? Я первый хотел! Майкл! Фил! Ты такая красивая! Не могу отметить, что ты сегодня очень стильная! Спасибо, спасибо! Может, такая очаровательная дама хочет сходить в ресторан? Или, может, кто-то хочет получить в подарок свой личный салон? Я могу организовать. Ну, если честно, оба предложения мне очень понравились. Если станешь моей девушкой, я покажу тебе, что такое настоящая любовь. Ну, а я покажу тебе, что значит быть девушкой самого богатого парня в школе. Ой, даже не знаю, кого выбрать. Конечно же меня. Ты мне всегда нравилась, даже бедной. А встречался с Виолеттой. Вот видишь, она хочет быть со мной. А ты больше всего надо мной прикалывался. Мне вообще-то было обидно. Милая, прости, я откуплю всю свою вину. Будь моей! Будь моей! Ой, наконец-то моя заветная мечта сбылась! Ну, возьми же ты трубку! Ладно, позвоню еще раз. Фил, если ты не возьмешь трубку в течение часа, ты об этом очень сильно пожалеешь. Отправить голосовое сообщение. Вижу, у нас одинаковая проблема. Это точно! Я вообще не понимаю, что случилось с моим парнем! А меня больше интересует, как Софи могла стать такой красоткой. Вот именно! Сколько я ее помню, она всегда была бедной. И как бы это странно ни звучало, она теперь наша конкурентка. Но мне равных нет, я ведь мега богатая. Но почему-то Фил забыл о тебе и теперь бегает за Софи. Ай, ты права! Предлагаю объединиться и вместе решить эту проблему. Но мне так бы не хотелось с тобой сотрудничать. Поверь, мне тоже. Но придется. Ну что, пошли? Пошли. Мальчики, я только носик припудрю и приду. Ох, напугали меня! Луиза, Виолетта, что вы тут делаете? Мы хотели поинтересоваться, как ты такой классной стала. И да, еще откуда у тебя деньги на это все? Какая вам разница? Это мое личное дело. Дайте пройти!
Мария! Никуда ты не пойдешь, пока ты нам все не расскажешь. Ты ведь понимаешь, что с нами лучше не спорить. Вы лучше спасибо мне скажите. Когда ваши парни начали за мной бегать, вы очень сдружились. Да, что бы мы без тебя делали? Это точно. И все претензии к Тате, это ее идея была. Что? Новенькая? Побежали! Неловко как-то получилось. А в принципе, какая уже разница? У меня уже все хорошо. Так, еще нужно тест сдать. Девочки, что вы делаете? Все, а теперь ты никуда не убежишь. Садим, садим ее. Что вам от меня нужно? Этот же вопрос мы хотим задать тебе. Что? Я не понимаю, о чем вы? Это что мы тебе такого сделали, что ты сделала Софи нашей конкуренткой? А откуда вы узнали? Почему вы смеетесь? Ха, твоя же подруга тебя издала. Ты уже не нужна. Она просто хотела тебя использовать. Но я вам не верю, она не могла со мной так поступить. И вообще, я это сделала, потому что вы на ней постоянно прикалывались. Ой-ой-ой, зря ты в наши дела полезла. Это вы на что намекаете? Либо ты все возвращаешь на свои места, либо... Может, со мной срочно нужно поговорить с Софи. Ой, сколько мне мальчики подарков подарили. И такое, и золотое. Ну, вроде бы все. Софи, есть разговор? Извини, и я спешу на свидание. Подожди, ты даже не спросишь, что у меня случилось? Почему у меня волосы мокрые, макияж испорчен? Но я же говорю, у меня планы. То есть я терплю вот это вот все от Луизы с Виолеттой, а ты? Я же говорила, они противные, так что это все было ожидаемым. Да, но они со мной это сделали из-за тебя. Зачем ты им рассказала, что это я тебе помогла? Ну, рассказала я, и что? Софи, это был секрет! Я ведь для тебя старалась, а ты меня подставила! Но это решение ты сама приняла. Так что последствия этой помощи уже не мои заботы. Софи! Пока! От кого, она от нее точно такого не ожидала. Бедная Софья мне больше нравилась. И я ее верну. Ой, меня не радуют уже ни бриллианты, ни золото, ничего. Ой, полностью согласна. У меня сейчас только одно желание. Мстить! Мстить! Мстить абсолютно всем! Я даже не знаю, кому больше мстить. Софи, Майку или Тате? Или Филу? Ну, если логично подумать, то нужно мстить Софи. Она же отняла у нас наших парней. Но сделала она это по инициативе Тати. Тоже верно. Но сомневаюсь, что Тати рада тому, что потеряла лучшую подругу. Ведь Софи все свое свободное время проводит с Майклом и Филом. То есть ты намекаешь, что Тати поможет нам отомстить Софи? И приятный бонус – вернуть назад наших парней. Я и не ожидала, что мы настолько хорошо сработаемся. Я тоже. Ну что, побежали искать Тати?
А реально, сладкое помогает придумывать нереальные вещи. Но для этого плана мне нужна будет помощь Луизы и Виолетты. О, кстати, я так и знала, что мы тебя здесь найдем. А я как раз вас и шла искать. Разговор есть. Дай угадаю, это касается Софьи и мальчиков. О, а вы как догадались? Давайте для начала сядем. Мы придумали, как вернуть наших парней. А я придумала, как сделать Софи бедной. Но есть одно но. Я кучу раз видела, как Фил давал ей много денег. Это верно. Но я знаю, где она хранит свои сбережения. Девочки, мы с вами просто гении! Это лучшая тусовка, на которой я была! Софья, очень рад, что ты выбрала именно свидание со мной. Выключите музыку, мисс Софи, вы арестованы. За что? На вас поступили десятки заявлений о краже имущества. Кража золотых цепочек у Луизы, дорогие брендовые палетки у Виолетты. Софи, то, что он говорит, это правда? Я не знал, что ты воровка. Ну, может, не надо? Это все идея Тати. В заявлениях нет ни слова о госпоже Тати. Выходите на улицу. Но я не хочу в тюрьму. У вас есть только один выход. Снова стать бедной. Бедной? Но как же мальчики? Ладно, я согласна. Луиза, я так рад тебя видеть. Представь себе, я тоже. Стоп, а где Майкл? Он мне написал! Прости меня, я больше никогда от тебя не уйду. Все, ребят, я побежала. Алло, да, Майкл, я уже бегу. И все-таки я понял одну вещь, что жизнь беспротивной, ужасной, богатой Луизы скучная и однообразная. Ну все, хватит комплиментов. Ты у меня достойна лучших слов. Ну и осталось последнее. Тати, ты прости меня за то, что я себя так вела. Да ладно, с кем не бывает. Я поняла, что все эти богатства – это не для меня. И что лучше быть бедной. Каждая девушка по-своему красивая. Будь мегабогатая или бедная, как я. Ай, все, хватит этой философии. Пошли, лучше тебя в кафе мороженым угощу. С удовольствием! Предлагаю сделать музыку погромче! Кевин, остановись! Слышь ты, смотри, куда идешь! Я просто монетку на земле нашла! Сколько раз тебе говорить, чтобы ты возле моего дома не лазила! Виолетта! Я так рада тебя видеть! Не приближайся ко мне! Ты не хочешь со мной общаться? Разве ты не слышала, что она сказала? Это ты зря сделал! До сих пор рука болит. Хороший мой, не обращай внимания на эту бедную. Ты же у меня сильный. Ну, наверное, ты права. А поцелуй снимет всю боль. Даже так? Ну ладно. Мачеха, что ты тут делаешь? Здравствуйте. Ищу свое платье, которое хотела одеть на сегодняшнюю бизнес-встречу. Но как оказалось, оно на тебе. А, ты об этом.
Ну, я тебе его отдам. Потом, сейчас не самый подходящий момент. Если ты забыла, то я терпеть не могу гостей. Так что, молодой человек, на вас. Пока, Виолет. Пока. Мы почти поцеловались! Эта мальчика все испортила! Сколько здесь мусора! Ого! Виолетта живет в таком шикарном особняке! Нужно посмотреть, какое там все красивое внутри! Эй, стой! Здравствуйте, а я к вам в гости! Госпожа Рози велела никого не пускать на территорию дома! А я пришла к Виолетте, а не к мисс Рози! Я же сказал, нельзя! Но... Уходи отсюда, иначе я вызову охрану! Ладно, ладно, ухожу! Давай, давай! Ходят всякие непонятные тут. Стоп, а где моя метла? Попробуй догони. Ну, мелкая, стой! Стой, я тебе сказал! Как же вкусно! Кливин, что делаешь сегодня вечером? Отправить? А я Лена стол накрыла! Даша, ты что тут делаешь? И вообще, кто тебя впустил? Ну, это длинная история. Не могу дотянуться. Эта метла стоит 5000 долларов. Если я ее не достану, что со мной мисс Рози сделает? Ну, в общем, сама пришла. Какая разница? Тебя вообще-то никто не приглашал. Давай уходи, пока мальчика не пришла. Она не любит гостей. Виолетта, можно я у тебя останусь? Пожалуйста. Нет, нельзя. Я уже несколько дней не ела. И на улице холодно. Это не мои проблемы. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я буду себя хорошо вести. И это ненадолго. Обещаю. Ладно, только ненадолго. Ура, спасибо, сестренка. Не называй меня так, сколько просить можно. Как скажешь, побежали что-то делать. О, именно этот бутик я и искала. Тайлер, за мной. Бегу, бегу. Возьму это платье. Это платье. И вот это. И вот это возьму. Госпожа Розина, мы ведь буквально 10 минут назад купили идентичные вещи в другом бутике. Я знаю. Просто я покупаю себе и Виолетте одинаковые платья, потому что она в последнее время одевает мои самые дорогие наряды. Понял. Ой! Тайлер! Все под контролем. И вообще, Виолетта в последнее время стала такой загадочной, ничего мне не рассказывает. Ну, подростковый возраст у ребенка, первая любовь, все дела. Я об этих делах должна знать первой. Я что, зря на нее столько денег трачу? Тогда даже не знаю, как в такой ситуации поступить. Так, и вот это еще возьму. А я знаю! Ты будешь за ней следить и рассказывать о каждом ее шаге. Я? Но я ведь простой дворецкий, а не шпион. За хорошую плату ты станешь шпионом. Это тебе. А теперь за мной. Обожаю госпожу Рози. О, настоящее золото. Только ничего. Ой. Не трогай своими руками. Прости, Виолетта, мне так неудобно. Подумаешь, в этом клатче всего лишь хранились мои дорогущие часы. Всего лишь? Как хорошо, что ты не злишься. Я злюсь, и даже очень. Просто сядь на диван и сиди.
Ладно, ладно, только не кричи. Вот и отлично. Только не это. Это, наверное, мальчика. Прячься быстро. Все, давай, садись сюда. И сиди тихо. Виолетта, мне тут неудобно. Сиди, сказала, и только попробуй звуки сдать. Я тебя выгоню отсюда. Хорошо, как скажешь. Ты что-то... Кевин! Соскучилась? Конечно, ты же очень. Проходи быстрее. Вижу, ты очень рада меня видеть. Я просто проходил мимо и заметил, что нет лимузина твоей мачехи. Вот и решил зайти. Ты у меня самый заботливый. Дай я тебя поцелую. Только не сейчас. Кевин, будь тут, я сейчас вернусь. Госпожа Виолетта, а с кем вы тут разговаривали только что? Пчхи! Да я ни с кем не общалась. Просто пчхи! Что это с вами? Вы себя нормально чувствуете? Да я просто заболела и на себя злилась, что сейчас не самое время болеть. Пойдемте тогда в комнату, я за вами поухаживаю. Не надо в комнату, лучше сбегай в аптеку, купи лекарство побольше. Ну ладно, только не кашляйте на меня, пожалуйста. Ну что там? Пупсик, прости, сейчас у нас вдвоем не получится побыть. Да как это у меня уже все достало, что нам вечно нужно скрываться? Ну, только не злись, мы с тобой где-то на днях устроим вип-свидание, обещаю. Ну что ж, буду ждать. Даша, ты где? Даша! Не поняла. Да, она пропала. Ладно, надеюсь, она ушла и больше не будет меня доставать. Единственное, что меня успокаивает, это красивый макияж. Стоп, я не понял, а где мои кроссовки? Это я их спрятала. Чтобы дворецкий не узнал, что ты пришел к Виолетте. Ты? А ты что тут делаешь? Тоже, что и ты, пришла к Виолетте. Вижу, что ты от нее не отстаешь. Ладно, давай мне мои кроссовки, и я уйду. Сейчас. Где же они? А, вот. Держи. Ой. Ты что наделала? Упс. Это дорогущие кроссовки. Прости, я просто всегда такая рассеянная. Давай их, думаю, заберу, помою, а ты вечером придешь, заберешь. А в чем мне сейчас идти? Ну, есть одна идея. Нет, ну ты прикалываешься. Ну, это всего лишь на 2 часика. Ладно, дай мне свой адрес, и ровно через 2 часа я приеду за своими кроссовками. Секунду. Вот это улица. Держи. До встречи. Ой, как плохо. Госпожа Виолетта, я уже на месте. Купил целый чемодан лекарств. Теперь скажите, что вам болит? Ой, мне все болит. Сейчас разберемся. Виолетта, солнышко! Как ты себя чувствуешь? Плохо, очень плохо. Температуры нет. Пульс в норме. А может, живот болит? Ты сегодня что-то ела? Да, бургеры, сухарики, булочки. Можешь не продолжать, я знаю решение. Купить мне еще один салон и новенький iPhone. Я уверена, мне сразу же полегчает. Дорогие подписчики, если вам нравится наше видео, поставьте лайк. Нет, не iPhone и не салон. Тайлер, неси клизму. Клизму! Ну вот, готово. Где это я? О, я тебя уже заждалась, проходи. Ладно.
Ты тут живешь? Ну да, располагайся. Да я постою. Вот твои кроссовки. Наконец-то. И еще одно. Вот подарок в качестве извинения. О, осьминожка, такой милый. Мне никто никогда не дарил подарков, сделанных своими руками. Я рада, что тебе понравилось. А еще у меня есть чай из лесных ягод, сама собирала. Точно он нормальный? Я не хочу отравиться. Она так мило смеется. Скажешь такое? Конечно, нормальный. Ну, тогда наливай и побольше, побольше. Хорошо. Возьми себе стаканчик и мне. Тебе чай и мне чай. Ой, что уже утро. Ура! Пора собираться в школу к Кевину. Ура, ура! Я увижусь с Кевином. О, ты уже проснулась. Да, мне уже гораздо лучше. Скажи моему личному водителю, чтобы через 30 минут меня забрал. Никуда ты не пойдешь! Ты болеешь! Мне уже ничего не болит. Все хорошо. Виолетта, а если тебе в школе хуже станет? Нет, ложись. У тебя сегодня выходной. Но... Ложись, сказала. Ладно, ладно. А Тайлер тебя завезет к врачу. Я ему уже сказала. К врачу? А может, не надо? Я сказала, надо. Я за все плачу, и мне решать. А, ну только не это! Я так хотела увидеться с Кевином! Мальчика, как всегда, все испортила! Даша, что ты там так долго делаешь? Вчера нашла на мусорке цветной скотч и решила украсить свой шкафчик. Вот как красиво получается! Понятно. Вот ты где! Привет, Кевин. Даша, я вообще-то не просто так тебя искал. Да, что? Эй, аккуратней. В общем, этот букет тебе. Мне? Спасибо. Кевин, тебя еще долго ждать. У нас вообще-то тренировка начинается. Ой, кажется, меня зовут. Ну ладно, увидимся, красотка. Ничего себе. Так, на чем это я остановилась? Даша, ты что, серьезно никак не отреагируешь на то, что за тобой сейчас бегает самый популярный мальчик нашей школы? Кстати, не говори глупостей. Я с ним вместе уже 11 лет учусь. И чтобы он кому-то букет подарил, такое вижу впервые. Задумайся. Да он, наверное, его из вежливости подарил. О, а я думаю, куда они делись? Там. Рот шире, шире рот! Долго еще осмотр проходить будет? Я в этом кабинете уже час. Ваша мачеха сказала, если мы не найдем причину, почему вам вчера было плохо, она закроет нашу больницу. Она в своем репертуаре. Поэтому мы вам сделаем укол, чтобы больше вам ничего не болело. Я боюсь уколов! Подождите, подождите, мне звонят. Алло. Привет, подружка. Значит, Кевин тебя отшил, и ты мне ничего не рассказала? В смысле, ты о чем? Ой, ну он ведь за Дашей теперь ухаживает. Ты что-то путаешь. У нас с Кевином все отлично. Еще немного, и мы начнем встречаться. Если ты мне не веришь... Тогда лови фотку, одну секундочку. Все, скинула. Секунду. Что? Этого не может быть! Все, пока! А как же осмотр? Мне сейчас не до этого, как вы не понимаете? О, нет! Теперь моя клиника точно закроется!
Я полный неудачник. Значит, Кевин был с Виолеттой, а теперь бегает за Дашей. Дорогие подписчики, а вы как считаете, Кевину лучше быть с Дашей или с Виолеттой? Напишите в комментариях. Ой, у меня ведь занятия по математике. Книги по математике, английскому языку, история и психология. Ну все, вроде бы я все собрал, а теперь у меня планы. Ай, чего? У меня шуха заложила. Ой, прости, если напугала. Я просто соскучилась по тебе. Извини, у меня нет времени с тобой обниматься. Ты стал каким-то другим. Что-то случилось? Да нет, просто у меня дела. Дай, пожалуйста, пройти. Кевин, ну подожди. Давай присядем, пообщаемся на пару минут. Мы же так долго не виделись. Ладно, только реально недолго. Как скажешь. Садись сюда. Ну и о чем ты хотела поговорить? Представляешь, мне мачеха купила машинку, которая сама деньги печатает. Круто. А еще отличный кинотеатр и много-много бриллиантов. Ну что ж, поздравляю. А у тебя как дела? Чем занимался? С кем виделся? Да у меня все так же. Ладно, я побежал. Реально спешу. Пока. Пока. Ну-ну, сейчас посмотрим, какие у тебя планы. Алло, водитель, подъезжайте. Ну, Кевин, я ему устрою. Вот так моя комната выглядит еще лучше. Даша, приветик! О, Кевин, ты снова решил в гости прийти. Присаживайся. О нет, мои самые огромные подозрения подтвердились. Да просто скучно стало, подумал, что в компании веселее. Не обращай внимания на этот беспорядок, я решила сделать ремонт. Давай помогу, если хочешь, я много чего умею делать, у моего папы строительная компания. Ух ты, круто, ну давай тогда поможешь, держи маркер. Что делать? Рисуй вот тут вот все, что в голову придет. Хорошо. Скучно ему, значит. А мне сказал, что у него неотложные дела. Ой, Кевин, у тебя так круто получается. Я для тебя стараюсь. О, кстати, я тебе вкусняшек купил. Держи. Мне? Спасибо. Они такие красивые и так вкусно пахнут. Даже жалко есть. И еще один небольшой сюрприз. Еще один? Кевин! Да-да, это тебе. Какая красивая цепочка. Но я не могу ее принять, она слишком дорогая. Бери, бери. Такая девушка, как ты, достойна самого дорогого и самого лучшего. Как это мило. Нет, а ты бедной Даши, я не собираюсь отдавать Кевина. Он будет моим. Тебе очень идет. Спасибо. Мало, мало, мало. Вот так нормально. Ай, эта командировка такая неожиданная. Я так волнуюсь. Не волнуйтесь, госпожа Рози, я прослежу, чтобы все было нормально. Ай, да просто эти бизнес-партнеры позвонили и сказали срочно ехать. Ну, у меня не было выбора, придется ехать. Особенно смотри за Виолеттой, чтобы ничего не учудила, а то она может. Будет сделано. И да, не говори, что я в командировке, хорошо? Мачеха едет в командировку. Если все будет хорошо, в конце месяца получишь двойную премию. Хорошей вам поездки, госпожа Рози. Спасибо. До свидания. Ой.
мачеха все-таки уехала. Тогда, кажется, у меня появилась идея, как вернуть Кевина. Ура! После этого я еще вот это сделаю. И это. И после этого всего Кевин подойдет ко мне и скажет: «Я люблю тебя, моя красотка, можно я тебя поцелую?» О, еще кое-что придумала. Что это с тобой случилось, что ты меня к себе позвала? О, Даша, а я тебя жду. Думаю, когда эта моя сестренка придет? С тобой точно все хорошо? Ну да. Ну вот, смотри, ты же сама хотела, чтобы мы с тобой побольше общались. Ну вот, результат. Ну ладно. А я что подумала? Садись, сестренка. А ты ведь никогда не была на тусовках, верно? Ну, вообще нет, но мне бы очень хотелось. Ну вот, сегодня я исполню твою мечту. А еще, ты там хотела стать моделью, да? Ты даже это помнишь? Ты меня сегодня приятно радуешь. Как я такое могу не помнить? Значит так, сегодня мы устроим показ мод, а после этого... Афтерпати! Ого! А что нужно делать? Куда приходить? Все это сделаем у меня дома. А с нарядом... Надо подумать. У меня, если что, другой одежды нет. И денег на нее тоже. Не волнуйся, тобой будет заниматься мой лучший визажист. Правда? Спасибо, сестренка. Что бы я без тебя делала? Обращайся. Слушай, Виолет, а Даша точно придет? А почему ты за нее спрашиваешь? Она тебе что, нравится? Нет, я просто спросил. Ладно. Сегодня девочки будут показывать свои лучшие наряды, а мы с тобой будем их оценивать. Звучит интересно. А когда начало? Прямо сейчас. Встречай, Тати! А вот я! Бесподобно, моя красотка. Ой, Виолетта, ты меня смущаешь. Ну и после Тати на красную дорожку выходит Даша. Вам что, не понравилось? Нет, конечно, это самый ужасный наряд, который я когда-либо видела. Но он, честно говоря, не сильно отличается от твоего обычного прикида. Виолетта, как ты могла? Даша, подожди! Ты об этом очень сильно пожалеешь. Эй, Кевин, а как же я? Даша! Даша! Нет, я его теряю! Кайф. Обожаю, когда госпожа Роузи уезжает в командировку. Кофе, вкусные десерты, все, что нужно для счастья простому дворецкому. Я дома! Тайлер? Госпожа Роузи? Не, ну нормально, я по командировкам езжу, а ты сидишь тут отдыхаешь. Да я тут на минутку присел пообедать, а вы чего так рано вернулись? Мои бизнес-партнеры отменили встречу, я даже не успела доехать к месту. Понятно, мне очень жаль. Кофе будете? Нет, не буду. Лучше расскажи, как вы тут? Все хорошо. Лучше не бывает. А где Виолетта? Хочу с ней увидеться. Госпожа Виолетта, она... Тайлер, где Виолетта? Ну? Я не знаю. А в смысле не знаешь? Она была дома, а потом... Что это за звуки? Кажется, Виолетта в вашей комнате для тусовок. Бегом туда! Быстрее, быстрее! Да как он мог со мной так поступить? Как? Виолетта, что тут происходит? Ой, а ты уже вернулась? А я и никуда не уезжала. Тайлер...
Я понятия не имею, как она узнала, что вы уехали. А я решила тут тусовку устроить. Разве я тебя не предупреждала, что терпеть не могу гостей? Предупреждала. Говорила, что тусовки в этом доме могут происходить только с моего разрешения. Говорила. Тогда что это такое? Почему ты меня никогда не слушаешь? Не могу это слушать. Да потому что ты самая плохая мачеха, которая не разрешает мне ничего делать. Ах, значит, я плохая мачеха, да? Что сейчас будет? Да, и что ты мне сделаешь? На улицу запретишь выходить? Нет, проваливай из моего дома! Что? Что слышала, чтобы через минуту тебя тут не было? Ну и ладно! Прощай! Тайлер, убери все тут и возвращайся в дом. Слушаюсь. Даша, постой же ты! Нет, уходи! Они меня опозорили перед тобой! Да что с этих глупых завистливых девочек взять? Как ты не понимаешь? Они не завидуют мне, а просто прикалываются! Но ведь у тебя есть я! Я всегда буду на твоей стороне! Спасибо тебе! Все, из-за такого больше плакать не нужно! Что бы я без тебя делала? О, ну что сказать, жизнь без такого красавчика, как я, скучная и неинтересная. Перестань меня смешить. Вот видишь, совсем другое дело. Обожаю, когда ты улыбаешься. Но я все равно не могу понять, почему Виолетта так со мной поступила. Виолетта, ну потому что это Виолетта. Ей всегда какие-то дурные идеи в голову приходят. А я все-таки хочу во всем разобраться. Даша, не надо. Все будет нормально, я скоро вернусь. Буду скучать. Я тоже. И что мне дальше делать? Вообще не представляю. Это конец. Привет. Виолетта, слышишь меня? И это еще ты со мной не разговариваешь? Ты серьезно сейчас? А ты меня вообще-то очень сильно обидела. Слушай, Даш, мне сейчас не до тебя. А я хочу с тобой поговорить. Ты зачем меня опозорила? Не твое дело. Если сделала, то так нужно было. Как раз таки это мое дело. Знаешь сколько? Моя мачеха выгнала меня из дому. И теперь мне негде жить. Все. Меня это сейчас больше волнует, чем твои дурацкие детские обиды. Почему она себя выгнала? Что случилось? Ты можешь меня просто сейчас отстать? Виолетта, подожди. Да что тебе еще нужно? Я понимаю, когда остаешься одна на улице, это страшно и сложно. Знаю по своему опыту. Это я типа только что должна была успокоиться или что? Нет, не плачь. Я хочу помочь тебе вернуться домой. Интересно, как? Дай мне свой телефон. Зачем он тебе? Увидишь, давай. Секундочку. Алло, Кевин, нужна твоя помощь. Его. Виолетта, тише. Да, твоя помощь. Так, эти бумаги. Так, вроде бы все на месте. Виолетта, а что ты тут делаешь? Пришла забрать кое-какие вещи. Не волнуйся, через пару минут уйду. Ну ладно. Лишь бы все получилось. Ой, где же госпожа Рози? Тайлер, у меня к тебе серьезный разговор есть. Да, я вас внимательно слушаю. В общем, в эту комнату нужно добавить много камер наблюдения и охраны. Я тут буду хранить очень ценные бумаги для своего бизнеса. Понял, сейчас же займусь этим вопросом. Отлично. Так,
куда же их положить? О! А тут точно никто не найдет. Вот и все. Есть ценные бумаги у меня. Смотрите, что у меня есть! Стой! Я не могу дышать! Кто-нибудь, помогите! Там мои ценные бумаги! Помогите! Что случилось? У меня украли очень ценные бумаги! Стой тут, я помогу! А ну стой! Лишь бы у нее все получилось! Лишь бы у нее все получилось! Столько времени уже прошло, а Виолетты еще нет! Догнала. Держи. Виолетта, родная моя, спасибо. Спасибо тебе огромное. Да не за что. Я так испугалась, что больше не увижу эти бумаги. Да, пустяки. Ладно, пойду я жить на улице. Виолетта, подожди! Что, вещи оставить, потому что ты мне их купила? Нет, хорошо, что ты пришла. Я хотела извиниться за то, что погорячилась. Когда? Когда выгнала тебя из дому. Мне так стыдно. Да все нормально, и я не обижаюсь. Возвращайся домой, а мы с Талером так скучаем за тобой. Без тебя так... одиноко. Если честно, я поначалу очень хотела вернуться домой, но потом поняла, что хочу жить с сестрой, с которой ты меня в детстве разделила. Что? У тебя есть сестра? Но я не знала. А я тебе и не рассказывала, потому что хотела, чтобы все внимание и деньги были моими. Виолетта! Если бы я знала, я бы никогда вас не разделила. Не волнуйся, с нами все будет хорошо. Но можешь нас проведывать, когда время будет. Обязательно. Эх, прощай место, где я выросла. Я буду скучать. А я и не знала, что быть бедным оказывается так весело. Главное, хорошая компания. Это точно. Какой вкусный чай. Даже с китайских плантаций не такой. А я вам говорила, а вы мне не верили. Минуточку внимания. Даша, можно тебя? Да, конечно. Мы уже так долго встречаемся. Ты единственная девушка, которую я смог по-настоящему полюбить. Даша, выходи за меня замуж. О-о-о! Но мы ведь еще в школе учимся. Немного подрастем и поженимся. Ты согласна? Да! Ура! Ура! Я буду свидетельницей на свадьбе. Если что, выбирайте мне самого красивого свидетеля.